Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 945. Дано. Нам дана трапеция ОБЦА. И в условии задачи нам даны основания трапеции ОА равно А, малое, основание БЦ равно Д, малое, и даны координаты вершины Б, эти координаты Б, малое, С, малое. И нам нужно найти боковую сторону трапеции АС и диагональ трапеции ОС. Ну, давайте построим эту трапецию. Проведем координаты Х, Y и на этих координатных осях отложим, построим точки вершины трапеции. Ну, первая вершина трапеции уже нас известна, поскольку это точка О, это начало координат. Построим вершину B. У нас известны координаты вершины B, поэтому мы по оси Х отложим отрезок B, обозначим конец отрезка буквой B1, вот это у нас отрезок B, и через точку B1 проведем перпендикуляр к оси Х. Теперь на оси Y от точки О вверх отложим отрезок C, конец отрезка обозначим буквой B2, и через B2 мы проведем перпендикуляр к оси Y. И на пересечении перпендикуляров получим точку B с координатами BC. Теперь построим точку А. Точка А, про нее известно, что она лежит на положительной полуоси OX и дан отрезок от точки А до точки О, ОА. Тогда мы отложим этот отрезок ОА и получим точку А на положительной полуоси X. Итак, у нас известны три точки трапеции, и нам еще нужно построить четвертую точку С. Ну, у нас основание трапеции ОА и БС. А основание трапеции параллельны, значит, ОА мы должны построить, вернее, ОА у нас уже есть, а БС мы должны построить таким образом, чтобы БС была параллельна ОА. Через точку Б у нас проходит прямая, обозначим ее H. Эту прямую мы строили как перпендикуляр к оси Y. А поскольку оси Y и X перпендикулярны, то значит прямая H параллельна оси X. И таким образом мы уже можем на этой прямой и отложить наше основание BC. Для этого мы от точки B отложим отрезок равный D малое по этой прямой H и получим точку C. Теперь нам останется только соединить точки, и мы получим трапецию ОБЦА. И нам нужно определить в этой трапеции АС и диагональ ОС. Проведем диагональ. Ну, давайте прежде всего определим координаты точки С. Она нам понадобится для определения диагонали и для определения боковой стороны. Для этого мы из точки С опустим перпендикуляр на ось Х. Обозначим пересечение перпендикуляра с осью буквой С1. И тогда, очевидно, координатами точки С будут отрезок ОС1 по Х, и координатой Y будет отрезок ОБ2. Ну, потому что точка С уже лежит на перпендикуляре к оси Y. Теперь найдем эти отрезки. Отрезок ОС1. Его можно представить в виде суммы двух отрезков ОБ1 и отрезок B1C1. Отрезок ОБ1 – это B, малое. Отрезок B1C1. Ну, давайте рассмотрим четырехугольник BCC1B1. В этом четырехугольнике эти углы прямые, поскольку это перпендикуляры. Эти углы тоже прямые, поскольку H параллельно X, а это построенный перпендикуляр. Таким образом, мы имеем прямоугольник BCC1B1. А раз это прямоугольник, то у него противоположные стороны равны. Значит, B1C1 равно BC. А длина BC у нас известна. Это D малое. Значит, тогда мы сюда можем записать D малое. И таким образом мы определили координаты точки C. Координата x – это b плюс d,
А координата y – это отрезок OB2, это c у нас. Ну и теперь, если мы еще определим координаты точки А, то мы уже тогда сможем определить сторону АС. Координаты точки А. Точка А лежит на оси х. Значит, ее координата от х отрезок ОА. ОА равно А малое, это х координата. Точка А лежит на оси х, значит, координата y ее равна нулю. И вот теперь мы имеем точки А и С, имеем их координаты, и мы можем определить расстояние между точками. Расстояние у нас определяется по формуле d равно корень квадратный из x2 минус 1, x1 в квадрате, плюс y2 минус y1 в квадрате. Значит, у нас будут тогда точка С, точка А будет иметь координаты x1, y1, а точка С будет иметь координаты x2, y2. И тогда расстояние между точками А и С будет равно корню квадратному из x2, это у нас b плюс d, x1, это у нас a, значит минус a в квадрате, плюс y2, это у нас c, а y1, это у нас 0 в квадрате. И тогда ac будет равно корень квадратный b плюс d минус a в квадрате и плюс c квадрат. Ну вот, сторону АС мы определили. Теперь диагональ ОС. Диагональ ОС, отрезок ОС, очевидно, будет равен длине вектора ОС. А вектор ОС – это у нас радиус-вектор, поскольку его начало в точке начала координат О. А раз ОС радиус-вектор, то тогда его координаты равны координатам точки С. Поэтому переписываем координаты точки С, и это будут координаты вектора ОС. А раз мы измеряем координаты вектора ОС, то мы по этим координатам можем построить длину вектора ОС. И тогда ОС, отрезок ОС, будет равен длине вектора ОС, и это будет равно корню квадратному из b плюс d в квадрате плюс c в квадрате. И вот нам осталось только записать ответ. Ну, мы не будем переписывать формулы, мы только выделим. АС мы получили равным вот этому значению. А диагональ ОС мы получили равны вот этому значению. Это у нас ОС, а это у нас АС. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.